заправка уголка над дверью. У нас имеется дверной проем, уже обшит поликарбонатом. В принципе, дверной проем форточный. Верхняя часть у них одинакова. У нас есть уголок вот такой. С одной стороны завальцован. Потребуются нам ножницы по металлу, саморезы, клопы и шуруповерт. Сейчас покажем, как это сделать. Все, итак, сначала берем уголок, прикладываем его так, чтобы он от края поликарбоната и до края. Пару миллиметров запас можно делать, чтобы при расширении он ничего не повредил. Отрезаем лишнее. Дальше. Та полка, которая без завальцовки, ее просто подводим под поликарбонат. Все, подвели, выровняли и прихватываем саморезом. Один посередине. Сильно не прижимаем, чтобы не передавливать. И два, это середина середины. А с краешку будет шайба. Все просто. Давай, я сделаю. Спасибо. Торцевого профиля на поликарбонат. Здесь у нас поликарбонат. Уже наклеили ленту. Клеить ленту не сложно. Не буду показывать как. Есть у нас вот такой вот торцевой профиль. У него две полки. Одна покороче, одна пошире, ну, подлиннее. То есть это сделано специально, чтобы зацепили одной полкой за поликарбонат. И потом уже вторую полку немножко отогнули, либо путем подсовывания чего-нибудь. Сейчас покажем. Например, ножика или отвертки. Либо второй способ есть. Просто его вот так на поликарбонате шевелишь и потихоньку-потихоньку он одевается. Но это нужна сноровка. То есть что, сначала вот так вот его краешек одеваем. Он одевается легко. Одной рукой поджимаем снизу, создавая давление на профиль. Все. Ножом тихонько ведем. То есть одной рукой давим вниз, и когда ножом отгибаем полку, профиль одевается. Тоже нужна сноровка. И лишнее срезаем в данном случае. И второй способ — это до щелчка. То есть также одной рукой поджимаем, второй шевелим профиль немножко. Раз, щелкнул, оделся. Щелкнул, оделся.